Привет! Это бюджетный домофон для дома и квартиры сайта Banggood, про который я вам сегодня расскажу. И также покажу еще один интересный гаджет для ванной. Приятного просмотра! Цена этого домофона около $90, с купоном будет дешевле. Я установил его в квартире, а звонок с камерой вынес за дверь. Если вы в частном доме, можно вывести его на ворота, но вот с кабелем загвоздка, его длина около 2,5 метров. Проблем с установкой не было, все элементарно, нужно соединить кабелем звонок и внутренний блок. И к блоку нужно подать питание через блочок, который есть в комплекте. Также можно подключить сигнал на замок, чтобы открыть дверь, например, ту же калитку на улице. И можно еще подключить два таких же монитора, то есть звонок будет один, а мониторов может быть аж три. Камера на панели звонка имеет инфракрасную камеру с ночным видением, которая показывает происходящее в полной темноте, а также в ней есть микрофон, чтобы гость мог сказать, что он хочет, и мог услышать что-то от хозяина, который будет говорить в микрофон, находящийся в основном блоке. В целом микрофоны работают хорошо, слышимость отличная. У меня через дверь общаться с теми, кто стучит, нереально, ничего не будет слышно. А вот с домофоном, нажав на кнопку, включается связь и вы говорите без проблем четко и понятно. На самом блоке есть 5 кнопок управления и сбоку 4 колесика для настройки мощности свечения инфракрасной камеры, настройки цвета и громкости звонка и речи, как я понял. Итак, первая кнопка на блоке — это смена мелодий. Они не очень в целом, и самое интересное для меня — это самое первое и стандартное. Далее вторая кнопка — это громкость, ее можно регулировать тем же колесиком. Третья кнопка — включения камеры снаружи, то есть наблюдения снаружи, для того чтобы посмотреть, что творится за дверью, если, например, вы слышите посторонние звуки. Потом кнопка открытия чего-либо, например, ворот, но нужен еще и сам датчик, в моем комплекте его нет. И последняя клавиша — это включение микрофона. Все просто, стандартно и ничего лишнего. Домофон вполне хорошего качества за такую цену. Экран 7-дюймовый, небольшой, но и не маленький. Устанавливается очень просто. Для квартиры самое то. Качество картинки не ужасное. У меня темно в коридоре и картинка хуже, чем может быть. На днях сделаю освещение и будет в лучшем виде. Еще недавно мне пришел интеллектуальный стерилизатор для зубных щеток. Интеллекта в нем не то чтобы много, но кое-что полезное он может. Стерилизатор благодаря современным технологиям и бактерицидной ультрафиолетовой лампе обеспечивает надежную чистоту зубной щетки за 120 секунд. Но эта модель немного отличается от стандартных дешевых аналогов. Данный стерилизатор сам автоматически включается 4 раза в сутки, чтобы дополнительно обеззараживать щетки для постоянной чистоты. То есть, после чистки зубов вы можете не нажимать на сенсорную кнопку для стерилизации. Если вдруг забыли или куда-то спешите, девайс автоматически на протяжении дня сам все делает. Также в стерилизаторе есть датчик движения, тоже очень полезная функция. Когда кто-то подходит к прибору на расстоянии 3 метра и ближе, на экране показываются часы со временем. Функция очень полезная, реально удобно знать утром сколько времени, чтобы не опоздать на работу. Сам стерилизатор можно поместить либо 5 зубных щеток, или 3 щетки и бритвенный станок. Для этого есть сменная кассетодержатель, которая легко меняется. Еще важным плюсом является то, что девайс имеет внутренний аккумулятор на 4600 мАч. То есть вам не нужно будет менять батарейки на постоянной основе, чтобы все работало. Стерилизатор можно просто зарядить обычным USB Type-C кабелем из комплекта, например, через Powerbank, чтобы его не снимать и пользоваться дальше. Пользу устройства действительно могу подтвердить, вещь полезная в ванной комнате. Не могу сказать, что без нее не обойтись никак, но пользоваться им удобно и даже полезно. Пишите, что вы думаете про сегодняшние два гаджета для дома, как вам они, и скоро увидимся. Спасибо, что смотрите, будьте здоровы и не болейте!